Всем привет, друзья! Ну что, сегодня у нас 3 августа. На часик выбираемся в лес прогуляться, посмотреть, есть грибы, нету грибов. Вот, ну собственно, такая тропиночка, дорожечка, как ее назвать-то? Дорожка, наверное, лесная, старая. В общем, беленькие пошли. Смотрите, какие... Какие? Пока какой? Вот. Крохотулечки. Вот только-только полезли. Вот. Ладно, сейчас пойдем вот так. Вдоль травки будем смотреть, что у нас тут попадается. Идемте. Синички чирикают. Кто это у нас тут в травке? А это он родненький. Балдеж называется. Смотрите, бочоночек какой. Красавчик просто. Просто он прекрасен. Ладно, сейчас походим, еще здесь посмотрим. Может, что найдем. Вот здесь даже не заметишь, смотрите. Березочек какой маленький. Такой вот. Крошка. Жалко, вот запах не передает. Блин, балдево. Беленький. И смотрите, как он звенит. Блин. Сейчас как вам показать. Арбузик спелый. Вот, ладно, смотрим дальше, в травке есть еще что, нету. Идем так не спеша и смотрим. Вот еще немножко прошлись. Вот, смотрите, заметил я еще один беленький малыш. Я думаю, к среде прям вот, или вот. Ну вот к следующим выходным по-любому волна будет. Как раз дождем промочило здесь. Они вот начинают вылазить, вот крепыши, малыши. Вот. На следующие выходные тоже будем белые смело собирать все. А вот в эти выходные получается. Сегодня 3 у нас августа. Если кто забыл. Или если я не сказал. Вот, и мы с вами поехали на разведку. Смотреть грибочки. Беленькие пошли. Ну, еще не так прям массово. Потихонечку лазит. Только выключился. Смотрю, здесь какая-то кочка. Думаю, дай-ка ногой. Здесь, друзья, еще один белый. Смотрите, так я его пнул, получается. Такой вот маленький. Здесь, получается, промочил, наверное, хорошенько, солнышко прогрело, и вот они полезли. Иду про себя, думаю, что-то подосиновики не попадаются. Это обычно. Белые, если попадаются, вот здесь начинают, то и подосиновики. А вот и подосиновик. Вот он. Малявочка. Пузатик тоже. Выполз. Идем дальше, так вдоль травки. Только выключился. На солнышке его не видно. Еще один подосиновик. Смотрите, какой красавец. Да? Прикольный. Желтобурик. Травка нас продолжает радовать. Вот еще один малыш. Как-то рост-то боком как-то. Так вот.
кривенький, маленький. А здесь еще один, видели? Вот он один стлевший. О, какой. Чистенькие все, видите? Все просто идеальные. Так, продолжаем идти медленно и смотреть в травку. И собирать таких вот малышек. Прошел, сейчас не заметил. Он повернулся назад. Смотрите. Беленький. Опа. Там еще один маленький. Вот он. Красавец. Пошли, родимые, значит, пошли, долгожданные. Бочоночек, пузаночек. Хорошо. Идем с вами, смотрим дальше. В общем, дошли мы до высокой травы. Но здесь белых нема. Сыроежки попадаются. Вот. Подосиновик попался, молоденький. Но что-то здесь пока тихо. Но попозже чуть-чуть будет. Подосиночек. Ну ладно. Сейчас я туда до елки дойду, посмотрю. Все-таки да, лес помочило. Начинает тихонечко не вылазить. Вот, собственно. Этого не заметишь. А, он не один даже, смотрите. Вот он. Такой вот. И вон еще один. Махонький. Такой. О. Собственно, сейчас мы там еще посмотрим дальше чуть-чуть. Здесь мы заметили с вами подосиновик. А, видно, что такое? А, думал, меня что-то цапнуло. А это иголки. Такой на толстой ножке хороший. О, какой, смотрите. Да? Красавчик. А вон его папа с мамой, как говорится, родители, прародители. Смотрите, кабанчики. Да? О, эту шляпку, кстати, нормально. Ладно, сейчас посмотрим. Тогда их возьмем. Мы их откроем. Шлеп. А, нет, видите, подъедено. Вот. Ну, тут, значит, не будем трогать. Возьмем только этот. Пройдем еще где-то метров 50, наверное. И будем возвращаться в сторону дома. В то времени в обрез как раз на час выбрался. Час уже подходит как бы, к концу. А тут у нам попались желтобурые светлые. Смотрите, какие. Видите, подосиночек один. А вот второй. Прикольно. Но только у них шляпки, видите, желтые какие-то. Появилась лосиная муха. Ее много. И она замучила. Тут у нас еще вот он. Вот этот поярче уже, смотрите. Вот какой. А вот здесь у нас еще притаился подберезовик. Подберезовичек. Вот такой вот. Так, ну и бруснички чуть-чуть. Надо схомякать. Кто ты? Кто ты? А ты подосиновик. В травке здесь. Ну что, собираем его?
желтобор и подосиновичек. Ну что, в общем, мы с вами прогулялись. Час вот тут пролетел. Пора мне выдвигаться. Вот и дошел. Дома пытки. По грибам. Что у нас по грибам получилось? По грибам у нас получилось вот так. Беленькие подосиновики. Ну там сыроежка. Лисичка чуть-чуть. Лисички я не снимал. В общем, ну как говорится, не пусто и не густо. Вот, выдвигаемся домой. Всем до новых встреч. Всем полных корзин грибов. Удачи и пока. Были мы, как обычно, во Владимирской области с вами. Все, всем пока.